Для трейнхопа массовость – это залог того, что все будут рано или поздно наказаны. Нельзя, чтобы нас было очень много. Нас должно быть мало, и мы должны быть невидимы. Не нужно быть кем-то особенным, чтобы быть трейнхоппером. То есть кто-то идет, например, гулять там в парк, еще куда-то. Я вот иду кататься на грузовых поездах. Я превращаюсь в какого-то бродягу. У меня всего 4 выходных в месяц. И как бы вот единственное, что ограничивает меня в поездках. Но всегда есть дни, когда я куда-либо еду. Ты как-то выходишь, когда за рамки вот этой повседневности, пробуешь для себя что-то новое, ты открываешь для себя новые горизонты во всех отношениях. Если ты едешь на небольшие расстояния, тебе не нужно много своих вещей. Ты не будешь с собой тащить палатку, килограмм еды, спальный мешок, пенку, пленку, все такое. Да, там минимально, чтобы так попить буквально, перекусить. Сумка с документами, все, как бы тебе много не нужно. Надо продумать содержимое своего рюкзака очень тщательно. Все предусмотреть и взять теплую одежду, еду. Где ты будешь спать, пенка обязательно. С другой стороны, громоздкий рюкзак снижает мобильность, повышает заметность. Рюкзак – это незаменимая вещь, а все остальное, в принципе, можно купить. Можно обойтись без этого. А вообще, стоит тебе сесть в поезд, вот ты в него садишься, запрыгиваешь, а ты получаешь бурю эмоций. Нельзя вот просто сесть и с каменным лицом там сидеть, ну да, круто. Ты начинаешь сразу ловить какие-то моменты определенной тонкости. Вот. Когда ты видишь вот это все вокруг, когда вокруг тебя все движется, ты сможешь нормально повернуть голову на 360 градусов, развернуться вокруг себя, увидеть лес, увидеть небо. Те же линии электропередачи, если они есть, ты понимаешь, что ты запомнишь это на всю жизнь. И чем дальше поездка, тем лучше. Вот почему люди идут в трейнхоп. Потому что здесь свобода передвижения.
и надо быть крайне аккуратным сейчас. И смотреть, чтобы не было нигде полиции. Нету расписания, они ходят, когда, собственно, будет груз, когда будет поезд, когда будет локомотив, когда будет свободен путь. Чтобы вычислить нужный поезд, нужно знать очень много информации о работе железной дороги, о том, как идут грузы. Вы не должны вмешиваться в работу железной дороги, вы не должны мешать машинистам, вы не должны быть видны им. В некотором плане это спорт, потому что тебе надо бегать за составами, тебе надо ходить много, ты проводишь время на свежем воздухе. Это, в принципе, достаточно здоровое времяпрепровождение. В поездках почему-то все меняется. Страна становится еще больше, чем она есть на самом деле. Люди в поездках тоже меняются, встречаются не озлобленные, готовые помочь, рассказать. Естественно, нужно иметь некоторые навыки выживания, широту мышления, находчивость, неприхотливость, выносливость физическая и моральная тоже обязательно. Люди, которые идут к этому не ради того, чтобы там, ну, наверное, я сейчас буду повторять наши СМИ, но не ради того, чтобы там сделать селфи, например, выложить в интернет, похвастаться там, а ради какой-то атмосферности, ради путешествия, ради получения вот такого эстетического удовольствия. Это будет более-менее правда, и это расширяет сознание. Ты ходишь за рамки повседневности, и это сказывается абсолютно во всем. Я стал гораздо более общительным. И тут каждый находит для себя ту точку, когда понимаешь, твое это или не твое. В общем, я выбрал, что это мое, и вот катаю, и мне очень нравится.